Всем привет! Меня зовут Настя, я рада приветствовать вас и себя на канале. Я обратила внимание, что у меня уже давным-давно, примерно как месяц, не было выпуска о шопинг-влоге из H&M. И я предлагаю не затягивать вступление и увидимся уже в торговом центре Никольский в самом H&M. Набрала несколько вещичек и хочу вам показать очень прикольный шарф классной расцветки. Мне он прям приглянулся, потому что это мой любимейший цвет. Но мне вот интересно, какой же у него состав. Стоит он 349 гривен и по составу акрил. Знаете, что грустно? То, что все еще остались эти костюмы из прошлого выпуска моего, который был месяц назад. И вот эта вот коллекция с монстрами. В общем, особо ничего не меняется. Дорогие мои, нам несказанно повезло, так как я приехала утром, и это огромная примерочная, которую обычно занимают мамы с детьми. Ничего не имею против, просто она свободна. Вот, и у нас получится посмотреть все образы в полный рост, сдалека. Я не могу этому не радоваться. Друзья, и первый образ – это вот такой вот костюм. В брюках мне не хватает, в штанах длины. Это размер, если я не ошибаюсь, M. Я в любом случае оставлю все ссылки и свои параметры в описании. Верх размера L. Верх, конечно, мне нравится больше, потому что у штанов действительно не хватает длины на мой рост. Но вообще по материалу очень приятно. Я бы из-за материала взяла бы очень приятный на ощупь. Следующий образ – это вот такой вот уже рождественский образ. Этот свитер, я могу вам сказать, только по ощущениям, что это акрил. Даже могу не смотреть бирку. Преобладает здесь акрил. Вот. Стоимость такого свитера 900 гривен. Он не колется. Такой приятный к телу. Джинсы размер 38. Тоже классные джинсы. Мне очень нравятся похожие джинсы. А может быть даже и эти я мерила в прошлый раз, в прошлом выпуске. Джинсы с вот такой вот посадкой. Джинсы мне очень нравятся. Если их еще подвязать поясом, очень красиво сидят. Вот я, если не ошибаюсь, в прошлый раз мерила 36 размер. Сейчас взяла 38, и он даже смотрится как-то прикольнее, пошире. И вот знаете, друзья, раньше я даже не мерила вещи такого большого размера XL. Но сейчас я поняла, что вот мне намного больше нравится, когда оно висит как платье, вот такой вот даже сборочкой. Напишите в комментарии, вы всегда покупаете вещи своего размера или нет, потому что мне вот так вот комфортнее даже, чем, возможно, если бы этот свитер был вот такой вот длины и в обтяжечку. Ну, конечно же, в обтяжечку это уже не актуально. И посмотрите, какую прикольную кофту я меряю. Она стоит 649 гривен. У нее вот такой вот подклад. Вот я не очень его люблю, потому что он может скатываться, и еще от него становится жарко иногда. Вот если ты знаешь, в каком-то так теплом помещении, и тебя оно еще так греет искусственно. Посмотрите, как прикольно сочетаются вот эти молочно-белые джинсы вместе с этим красным цветом. Это опять же размер XL. И как по мне смотрится отлично. И тоже так в рождественском стиле. Только обратила внимание, что у меня маникюр в цвет кофты. Ну что, поехали. Следующий образ. Это вот такие вот джинсы. На мне размер 38. И на меня они немножко великоваты в талии. Они из очень такого тоненького материала. Не могу назвать его плотным. Тонкий джинс. И базовая, абсолютно базовая кофта. За 649 гривен. Размер XL. Эти джинсы — это какая-то коллекция H&M Smiley. Не знаю, что такое смайли. Может быть, вы знаете. В H&M появилась вот такая вот стандартная новогодняя коллекция украшений. И знаете, вот для видео какого-нибудь, например, для моего прошлого видео, такие бы украшения подошли для создания домашнего вайба, если бы я сидела в кадре с такими украшениями. Ну а так, я не знаю, может быть, на подарок какой-нибудь племяннице, которая учится в школе, да. А так, не знаю, куда это можно прицепить. Хотя вот такие вот сережки я бы еще смогла адаптировать. Знаете, я сейчас гуляю по магазину, и у меня
сам собой возникает вопрос, неужели к нам в Украину завозят вещи, которые не продаются в других странах? Или это все-таки миф, так как некоторые вещи даже неприятно трогать, так как они сделаны из очень некачественных материалов. Я бы очень хотела попасть в H&M Premium, и, возможно, скоро у меня будет такая возможность, скорее всего. Так что я анонсирую крутые выпуски. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ждите, ожидайте. Итак, друзья, мною был обнаружен такой кардиган на змейке. Почему-то он весь в катышках каких-то от другой вещи, но да ладно. Это вещь новая. Поехали дальше. В общем, у него есть вот такие вот карманы, 50% полиэстера, 30% акрила. Он довольно-таки теплый. Я не знаю, мне кажется, осенью его можно носить вместо куртки. У него есть капюшон. Стоимость такого кардигана, на секундочку, в H&M 1300 гривен. Но по качеству он, хоть и искусственный, но действительно радует, приятный и греет. В расстегнутом виде выглядит вот так вот. Мне очень нравится цвет и реально прикольная вещь. Ничего не могу плохого о ней сказать, даже меня состав не смущает, потому что ощущается приятно. Друзья, следующий образ — это вот такой вот кардиган, надет на мой лонгслив. О нем не буду говорить, он обыкновенный черный. Под кардиганом вот такая вот юбка из искусственного материала, кожезаменитель обыкновенный. Кардиган прелестен, как по мне, тем, что у него есть вот такие вот разрезы. Кстати, интересно то, что кардиган размера S. И вот он так вот прекрасно на мне сидит. В общем, этот образ один из моих любимчиков сегодня. Мне очень даже нравится. С черными колготками будет смотреться замечательно. Если честно, я подумала, что не показать ни одно платье, это будет преступление. Вот такое вот прелестное платье. На 100% из полиэстера. Размер М. Очень легкая. У него такие вот закрытые пуговицы. И вот такой вот ворот. Я бы его не застегивала, оставляла расстегнутым. Конечно, его сейчас скрепила моя петличка, но примерно понятно. Очень невесомое платье, приятное к телу. Друзья, казалось бы, да, как красиво выглядит, но мой вам совет, никогда даже просто не смотрите в сторону этого платья, из него торчат нитки, вот здесь вот оно никак не затягивается, и я даже не знаю, как описать, качество отвратительное, блестки сыпятся, просто проходите мимо, хотя оно, ну, и так, и знаете, смотрится, ну, как бы, неплохо, стильно, вот такой вот разрез, надо только сдалека. Поэтому от греха подальше проходите. В общем, это был наглядный пример. Я не хотела портить вещь, она уже была испорчена. И чтобы не заканчивать выпуск на такой грустной ноте, как то платье, я хочу вам показать напоследок вот такой вот костюм. Я бы назвала его в стиле Билли Айлиш. Верх стоит 900 гривен, низ тоже 900 гривен. На 78% состоит из хлопка. К телу приятный. На мне размер L верх, M низ.